эпоха, и у нас начинается награждение! Громче, громче, все, выходит на сцену, самые важные люди. Это было платье, выходит на сцену. И я тут забыл, сюда очень пустую. Настало то самое время, когда мы объявим всех победителей конкурса. Для этого мне нужны все хранители конвертов, вот они здесь, я вижу, и волонтеры с призами. Мы будем называть в определенной очередности, это связано с определенными техническими моментами, поэтому сейчас мы объявим победителя в конкурсе «Одиночное косплей-дефиле». Держи. Победитель конкурса «Одиночное косплей-дефиле» направление «Восток» Нацуми Принцесс Туту. Номер... Принцесса Туту! Аплодисменты! Вау! Круто! Поздравляем! Большое спасибо! Делайте еще! Всем очень понравилось! Следующая конкурсная категория – это групповой дефиле «Восток». Сейчас я посмотрю. Да, интрига, интрига. Сам писал, сейчас буду рассказывать. Значит, победитель конкурса, групповое косплей-дефиле направления «Восток». Вы уже угадали, да? Розенкройц. Последний серафим. Розенкройц на сцену! Заслуженная победа, ребята, вы бомба! Да-да-да, встречаем аплодисментами! Их больше, чем людей на сцене. И это прекрасно. Продолжайте радовать нас своими замечательными работами, ребята. Спасибо. Их так много. Маловато, что-то, ребят, не могли побольше людей найти? В следующий раз? Да, поклон, 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 ребята, поклон. Следующая конкурсная категория, в которой мы объявим победителя, это игровое дефиле. Итак, победителем в конкурсе игровое косплей-дефиле является... Кто бы вы думали? Есть идеи? Идеи есть. Не будем долго гадать, это Ичико Кисада. Идем дальше. Конкурс косплей-дефиле направления Запад. Победитель конкурса косплей-дефиле направления Запад Алексия и Роман Пирс. А вот и они! Вы поняли, да? Аврора и Северная Звезда. Аплодисменты, они крутые, они очень крутые. Ага, я понял, нужно стать в ряд, чтобы со всеми обнимались, со мной тоже. Я понял. Теперь я с вами. Сейчас будет интересная штука. В общем, мы объявим победителя в конкурсе сценки. Вы готовы? Самі круті номінації на мій погляд перемагає одноголосно. Заявка номер 150. Косвей. Аплодисменти Косвею. Ребята, вы лучшие. Брависсимо. Натуре класс, натуре класс. Супер.
Еще приходите, еще делайте. Каждый год круто. Пакет не нужен, то есть они уже так, всем довольны. Следующая конкурсная категория – это аниформат. Его объявлю я. Нас не хватило людей. Слишком маленькая команда. Вот, победитель конкурса аниформат, заявка номер 59. Sky Captains, Yokai Geisha. Yokai Geisha! Как они круто оттанцовывали здесь и снимали друг с другом халаты белые. И становились красным халатом. Аплодисментами встречаем, они бегут, бегут! Уже выбегают на сцену. И еще, 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 еще! Следующая конкурсная категория – это дефиле лолит. Это я. Лолиты – это так прекрасно. И каждый год сложнее. Ну, лолиты, что вы делаете? У нас одна номинация, но мы не можем. Самое время сделать еще одну. Интересный момент. Кто был, наверное, в прошлом году, тот знает. Следующая конкурсная категория – это караоке. Но у вас есть варианты, кто победил? Ну да, я так правильно понимаю, что есть. Сейчас проверим. Доверяй, да проверяй. Итак, победитель конкурса караоке – Кицуне! На сцену. Бежит. Встречаем! Бурные овации! Какой он сильный! Даже потерялась. Окей. Теперь конкурс, которого, наверное, мы ждем больше всего. Ну, по крайней мере, те люди, которые остались на третий акт, это конкурс кей-поп. Напомню, в конкурсе кей-поп у нас два призовых места. Первое и второе. Объявит Ами. Он ей дает микрофон. Я надеюсь, что тут присутствуют все кей-поперы, которые сегодня танцевали. Я не хочу, чтобы они побегали оттуда. Бегите на меня. Серьезно, мне никогда не было так сложно в этой жизни, как при выборе первого и второго места. Можно мне, пожалуйста, дать всем первое и второе, или хотя бы всем первое, потому что я не могу. В общем, первое место в конкурсе K-pop Dance в этом году на топе получает команда, у которой была заявка номер 50, то есть это NCT. Thank you.
после главного? Кто у вас за главного? Поздравляю. Но это же еще не все. У нас как бы два места. Давайте подумаем, кто бы мог занять второе. Черт, вот со вторым местом вообще у меня были такие дикие проблемы, что это просто звездец. Ну, в общем, второе место в конкурсе K-pop Dance получает команду, у которой была заявка. Пошлая цифра. 69! Вы поняли, да, вы поняли? Аллилуйя! Аплодисменты! Еще! Второе место заслуженное! Законное второе место. Бедная Ами, ее заобнимаю вообще. Вам. На поклон! Ребята, на поклон! Так. 3-4. Молодцы, ребята. Вы думаете, это все? Нет, не все. У нас еще есть два специальных приза от организаторов. И опять же объявлю их я. В общем, первый специальный приз от организаторов получает заявка номер 57 Sonic Infinity Madness. Sonic Infinity Madness! Бежит к нам с самого последнего ряда. Давайте похлопаем, похлопаем! С другим костюмом, но тем не менее. Аплодисменты! Второй специальный приз от организаторов получает заявка номер 180 Кио-чан Кардкаптор Сакура. И где же наша победительница? Кардкаптор Сакура. Все помните? Я помню прекрасно. Где же ты? Где же ты? Где? Я думаю, мы передадим ей приз спустя какое-то время. Спустя и опять же это все. Месяцев или лет. Ну что, все, у нас все, почти. Пожалуйста, можно еще пару минуточек вашего времени? Веншуюсь, сябры. Здравствуйте, дорогие друзья. Я представляю фестиваль Free Time Fest, который проводит в городе Гомеле. И мы проходим весной, и ехать до нас всего лишь от вас несколько часов. Мы бы были очень рады вас видеть у нас. Ну, можете спросить у тех, кто уже был в прошлый раз, кому понравилось. И мы бы хотели вручить спецприз одному участнику. Или не одному. Пожалуйста, групповое дефиле. Беллатрикс Айден и Ханна Эладор. Пожалуйста, поднимитесь. Беллатрикс Айден и Ханна Эладор. На сцену спецприз получаете вы. А мы встречаем их аплодисментами. Вот они бегут, похлопаем. У-ху! Пошел, костяшки, из Белоруссии. Приезжайте в добрый город Гомель на аниверсиаду. Девчонку, они крутые. Дэвик, а у нас все. А у нас все.